Символ памяти о подвиге павших героев Великой Отечественной войны теперь светится еще ярче. Мемориальный комплекс «Вечный огонь» сотрудники Новоуральских городских электрических сетей оснастили 13 новыми светильниками. Подробности далее. Архитектурная подсветка. В прошлом году благодаря этому приему новыми красками заиграла стела создателем города. Об этом месяце после нескольких недель разработки проекта и монтажных работ новая подсветка появилась на аллее боевой славы. С точки зрения оборудования я могу сказать, что это ведущие отечественные производители на самой современной, надежной, качественной базе. И тот светопоток, который сейчас подсвечивает монумент, наверное, лучше в стране не найти. И по надежности, кстати, тоже. Мы заказали необходимое оборудование, которое было разработано в результате технических решений. Потом провели электромонтажные работы, а тонкую настройку осуществляли тоже специалисты из Екатеринбурга. Поэтому появился сначала базовый цвет, желтый. В таком режиме тестовом простоял монумент где-то 3-4 дня. После этого появилась подсветка для объема, так называемая, со стороны белого света, которая, в моем понимании, точно украсила эту композицию еще больше. Новоуральские городские электрические сети не только выполнили основные монтажные работы, но и в дальнейшем займутся всеми вопросами, связанными с эксплуатацией и содержанием нового оборудования. Это завершенная световая композиция. И загораться новая подсветка будет синхронно с освещением улицы. Отныне майские сумерки будут открывать новоуральцам вот такую яркую картину. Мемориал «Вечный огонь» получил новую подсветку. А это значит, что лица наших солдат, отстаивавших победу, будут видны даже в самое темное время. Валерия Конева, Геннадий Донгузов, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания.